вышли мы из спортивного магазинчика, гуляем по вечернему Иляйну. И смотрите, работают туристические агентства, которые продают билеты. Только посмотрите, сколько авиалиний здесь. Просто весь мир. Значит, похоже, люди летают. Значит, коронавирусу скоро конец, я надеюсь. Вот. Люди покупают, люди летают. Хорошо. А мы находимся в центре города Эляйна. Было уже видео. Мечеть Шейхи Салямы. Вот там находится дальше. Ну, пошли прогуляемся. Дальше прогуливаемся Эляйном. И вот видим платьишки. Магазин свадебной одежды и просто одежды. Платьишки. Вот. Шикарные платьишки. Вот. Такой магазин платьишек. Ну, а дальше магазин обычных футболок, спортивных и сувенирных. Можно приобрести за очень низкую плату. Это точно. Сама здесь была, покупала и в них тренируюсь. Пошли дальше. Что у нас тут? Тут обычный текстилька, детский и взрослый. О, даже шубки есть. Нет, честно, в Иляйне бывает холодно. Зимой, да, в Иляйне зимой холодно. Вот напоминает чем-то, да, будто по Турции идем. Тут сувенирный магазин. И все кричат, заходи, заходи. Я зашла бы, да, все еще коронавирус. Поэтому до Турции далеко, до дома далеко, до путешествий далеко. Зимуем вирус в Арабских Эмиратах. Автобусик. Ага. Магазин очечков, оптика. И дальше уже мужская одежда, рубашки, футболки и джинсики. Вот, нижнее белье. Вот, вам подошьют, погладят все, что надо. Шучу, скорее всего, подошьют только. Никто мне ничего гладить не будет. Аптечка. Смотрим, аптечка. И идем дальше. О, выньте такую блестяшку такую вот впереди. Это магазин Эль Карама. Чего там только нет в этом магазине. Там есть все и очень недорого. Беседка, в которой можно просто посидеть, когда солнце скрыться от лучей солнца, и отдохнуть. Ну, если, конечно, у вас есть время отдыхать, когда вы работаете в Арабских Эмиратах. Идем. Вон люди уже сидят в беседке. А вот смотрите, что я вам покажу сейчас. Номер дома 456. Вы где-нибудь такие дома видели? 456. Это муниципалитет, город. Просто стал нумеровать и менять номера. Мой номер дома, я скажу так, был 16. В один прекрасный день таксист мне стал рассказывать, что он стоит возле дома номер 48. Что меня немножко разозлило. Но когда я вышла, я обнаружила, что муниципалитет сменил мой номер дома с 16 на 48. Это вообще как? А вот Эль Карама. Но сегодня мы туда не пойдем. Пойдем пить самый вкусный кофе. Или чай карак. Что мы выберем? Пошли. Еще в магазине смотрим детятки, как инопланетятки. Прикольно. Здесь можно купить духи. Очень вкусные арабские. О, можно заплатить, если вам нужно, за интернет, штрафы полиции, перевести деньги. Можно купить спортивную одежду, бейсболки, обувь, футболки. Видим осеннюю одежду. О, уже прям в тренде. Шапки, куртки.
Да-да, скоро ждите меня в дубленке. Шапка, куртка и вот такая пижамка. Ой, симпатичная. А вот уже мы видим мечеть Шейхи Салямы. Кстати, место, где можно купить самый вкусный чай карак и очень вкусный кофе. Вот, находится в центре Эляйна, называется Sweet Coffee. Сейчас посмотрим с вами цены. Вот, чай карак стоит 2 дирхама маленький, это 14 гривен. И 3 дирхама большой, это чуть меньше доллара. И остальные сорта кофе здесь тоже очень вкусные. Вик? Сейчас будем заказывать. Вот даже морожка есть, все виды кофе, сладости, водичка, минералочка. Hello. Two big karak, please. Rani Dindo? Rani Mingo? Why? Yes. Two big karak, please. Yeah. Вот, денежку кладем, это 10 дирхамчиков. А с нас 6, нас двое. Не знаю. And less sugar, please. Sugar less, да, нам сахар не нужен. Мы спортивные девчонки, поэтому без сахара. Thank you. Welcome. Вот такие вот дирхамчики. Вот. Красивые деньги. Thank you. Вот наш карак. Вот мы взяли чаек. Сейчас идем в такой парк небольшой, который находится напротив мечети Шейхи Салямы, который я показывала в прошлый раз. Сядем, посидим, насладимся вкусным караком. Вот. Ай, руки обожгла, поставила его на землю. Ох, горячий какой. Все, идем в небольшой парчок. Обычно столько людей сидит, честно, свободной лавочки не найти. То ли потому, что сегодня будний, людей нету. Вон, молодой человек один скучает. А больше людей нету, обычно в такое время уже... Целая кипа народу. Фонтанчик. А сейчас на лавочку и присядем. Вот, кстати, чай карак. Похож на чай масала. Это вкусный чай с молоком и специями. Входит корица, перец, кардамон. Много чего может входить. Зависит от приготовления рецепта, от человека, который готовил. Я сильно присела на его в моих поездках в Индию. На него, простите. И мне он нравится до сих пор. Очень люблю я попить чаек в Эмиратах. Просто насладиться вечером после тяжелого онлайн-дня.
нашли место, где вкуснейшие лепешки. Лепешки по одному дирхаму. 7 гривен. Вот такая вот лепешка классная. Вот, кладем, берем пакетик и лепешку заворачиваем. Как они это ловко делают. Смотрите, один катает. Идем. Вот, а здесь уже упакованные, видите? Уже цены написано. Ловкие ребята. Вот и последняя молитва. Муэдзин призывает людей помолиться и идти спать. Громко слышно, да? Бывает, проходишь мимо мечети, он запоет, и у тебя буквально телефон из рук выпадает. Вот чудесное окончание дня, где я наконец-то выбралась из онлайна в офлайн и насладилась просто сидя на природе, не в квартире с кондиционером, сидя на природе, попивая чаек, прогуливаясь по Эляйну, делая шопинг. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ждите следующих видео. Всем добра!